Антоновский мост в Херсоне не выдержал обстрел. СМИ сообщают о его разрушении. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на СМИ в Херсоне. Также РБК Украина обратилась по этому поводу за комментарием к начальнику Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталье Гуменю. Она отказалась комментировать ситуацию, поскольку военная операция продолжается и требует тишины. Слова в оригинале. «Мы не даем сейчас комментариев, потому что сейчас идет военная операция, во время которой действует режим информационной тишины», — сказала Гуменю. Антоновский мост в Херсоне обрушился. Так он выглядит сейчас, сообщили в СМИ местные жители. Между тем, пропагандистские СМИ распространяют кадры разрушенного моста, с которого заметно, что на нем разрушены несколько пролетов. Отметим, что официальных комментариев по поводу разрушения моста пока нет.